роль доллара в мире значительно ослабевает. Такое умозаключение вынесли эксперты факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и обусловили это следующими признаками. Ускорение процессов дедолларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов и расширение использования цифровых национальных валют. Таким образом, по итогам первого квартала 2022 года мировые валютные резервы снизились до 12,2% мирового валового внутреннего продукта. Это минимальный показатель с 2018 года. Все страны начнут менять структуру своих валютных резервов, избавляясь от долларовых активов, которые перестали быть надежным вложением и надежным хранилищем запасов, и будут пытаться переходить в активы, номинированные в других валютах, включая и евро, и китайские юани, и японские иены. К ослаблению доллара также ведет и расширение использования цифровых валют и платежных систем. Так, в Китайской Народной Республике и Российской Федерации были созданы отечественные системы передачи финансовой информации. Национальная китайская система банковских переводов КИПС и российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Власти Китая намереваются расширить возможности использования цифрового юаня, а Центробанк России, в свою очередь, планирует внедрять цифровой рубль. До сих пор доллар почему пользовался таким спросом и таким уважением в финансовом мире? Потому что за него можно было купить все, что угодно и где угодно. То есть он был универсальным средством платежа за любые товары и услуги. Если сейчас будет происходить отказ от продажи за доллары тех или иных товаров и услуг, это будет означать, что доллар потеряет свой статус глобального мирового средства платежа, средства расчетов. Несмотря на многочисленное количество информации на эту тему, на данный момент достаточно сложно сделать вывод о том, как все же пройдет этот процесс, в какие сроки и какие последствия стоит ожидать. Карина Саяхова, Универньюз.